На крутых берегах Дняпра в Жлобинском районе на несколько дней вырос целый палаточный город. Сярод его жыхару, врачи, педагоги, работники промысловости, правоохоўники, представники многих інших профессий сфер деятельности. Працюючую молодь из усей Гомельщины тут собрал областный туристический взлет 11-2016. Вообще Жлобинская земля это в плане туристических взлетов это очень, так сказать, поднатасканная земля, поэтому эта площадка нам родная, мы знаем все нюансы, где какие-то минусы, какие-то плюсы, поэтому, собственно, здесь и решили проводить районный туристический взлет. А в целом, друзья, занимайтесь спортом, любите спорт. Туристические слеты – это очень хорошо. Это, мне кажется, это ну, лучшее времяпрепровождение летнего периода нашей жизни. Дарэчы, господарами слета в этом году жлобинчане з'являются не выпадково. Менавіта яны лето стали пераможцами. Тады команда со Жлобина лепш за всех проявила себе у спортивных и творчих конкурсах. И одночасово отрымала право провести наступный слет на своей территории. И отдых, и новые друзья, новые знакомства, да, и впечатления. И в первую очередь это отдохнуть от трудовых рабочих дней. Это замечательно просто. Очень интересно конкурсы проходят, в которых мы принимаем активное участие. Вот на данный момент был конкурс песни, на котором мы заняли первое место. Очень рада этому. Усяго у программу унесли каля 10 конкурсных выпробований. Самый складанный этап туристического спаборництва прошел на другий день взлету. Дистанцию у 1,5 км командам треба было пробегчи худшие за соперников. На первый погляд задача не тяжкая, однако на шляху до финишу их чакали небеспечные выпробования. Например, пройти по подвешенным бервянети, по канате, натягнутым каля 20-метрового обрыву. Вот только что финишировали с ребятами. Полоса была легкая, но казалось, что она была очень тяжелая. Но все оказалось неплохо. Мы с ребятами остались довольны. Первый раз вообще в походе, в каком-то вот именно с палатками. Очень интересно, очень много знакомств. Самое главное то, что весело. У гэтым годзе злёт исполняется 12 годов. Каждый раз ён прымае все больше и больше удельников. Так, летась ён собрал каля 300 человек. У гэтым же годзе уже 450. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель» со Жлобинского района.